Такой семинар. Вчера имахме семинар. Но до этого была как-то психологическая встреча. Бачи, приди твоя муша психологическая встреча. С Надеждой. Я ее не вижу. Заедно с Надеждой. Да. И в начале, когда была встреча. И в начале ты куда-то започна встреча-то. Я была очень уставшей и сонной. Доста изморена и сонна. И когда мы работали. И докато работих мы. И разговаривали. И си говорих мы. И спрашивали, что вы чувствуете. И не питаха, как вы усещате. Но я ничего вообще не чувствовала. Я ничего не усещала. Ни капельки. Даже капка. Да. И мне показалось, наверное, опять ничего не подействовало. И с истории явно ничего не имею подействовало. Но потом, после этого... Больше след тува. Я начала вспоминать разные истории. Забочно, когда все вспомним различные истории. Какие-то эмоции начала чувствовать. Больше, когда мне изникнут некакие эмоции. И как-то начала получать ответы, как мне преодолеть вот эти вот какие-то страхи и неуверенности. И запомнил, когда получал отговоры, как да се справи с тези страхове вот. И несигурност в себе си. Вот, и сегодня я даже начала это делать. И днес вече запомнил, да го правим. Поэтому спасибо Надежде за отделенное время. Да. За това время. Ну, потом было, конечно, очень круто. Беше много готино. Да. Это все. Това е.